Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается под сиденьем переднего пассажира в передней части. Второй ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается на правой центральной стойке. Гарантия на байк X35 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но вы должны понимать, что это гарантия на основные узлы и агрегаты. Есть элементы автомобиля, например, аккумуляторная батарея, гарантия, хромированные элементы автомобиля, на которые гарантия будет значительно меньше. ТО нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега, что наступит раньше. И вы должны понимать, что если вот вам написано ТО раз в год или раз в 10 тысяч, то нужно приходить не реже и не позже. Вот почему? Потому что если вы приедете позже, то вам в случае возникновения какой-либо проблемы могут отказать гарантии. Так что будьте внимательны. Обкатку мы рекомендуем вам пройти после покупки в течение 400 километров. То есть стараться не разгоняться резко, стараться резко не тормозить, то есть дать привыкнуть автомобилю к вам, а вам, следовательно, к нему. И стараться не ехать в одном скоростном диапазоне, чтобы обороты двигателя менялись. Если вы переводите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. На байк X35 передняя подушка безопасности не отключается, по этой причине перевозить здесь ребенка спиной по ходу движения нельзя. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Для этого на задних дверях есть специальный переключатель. Вам просто нужно потянуть переключатель на себя. Все, детский замок активируется, и теперь изнутри дверь не открыть. Дверь можно будет открыть только снаружи. Но помните, если вы больше не перевозите ребенка на втором ряду сидений, переведите переключатель вновь в исходное положение. Комплект инструментов, который идет вместе с байк X35. Он располагается в багажном отделении под фальшполом. Для того, чтобы поднять фальшпол, вам вначале нужно правую сторону поднять, а после уже вынимать непосредственно сам фальшпол. Что у вас здесь располагается? Первое. Аварийный треугольник, мешочек с комплектом инструментов, в котором располагается домкрат, баллонный ключ, крюк для того, чтобы поднять домкрат, и буксировочный крюк. И непосредственно малоразмерное запасное колесо 125-60R15. Габариты багажного отделения X35. Объем багажного отделения 390 литров. Ширина проема 88 сантиметров. Высота 79 по диагонали 95. Ширина багажного отделения 106 сантиметров. Глубина 69 по диагонали 120. Расстояние от пола до шторки 54 сантиметра. Расстояние от пола до потолка 90 сантиметров. Глубина по нижней части 67 сантиметров. Глубина по верхней части 52 сантиметра. Расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сидения второго ряда 136 см. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 155 см. По диагонали 190 см. Для того, чтобы вы буксировали в задней части автомобиля снизу, есть буксировочная проушина. А для того, чтобы вас буксировали в передней части автомобиля, есть специальное отверстие, которое закрыто крышкой. И плюс у вас в комплекте инструментов есть вот такой вот буксировочный крюк. Итак, чтобы открыть крышку, вам не нужно прибегать никаким дополнительным инструментам. Просто нажимаете на стрелочку, открываете крышку. Сразу рекомендую ее отцепить, чтобы в момент буксировки она не потерялась. Тем более держится она очень просто. Вот так она у нас выглядит. Вставляем буксировочный крюк и вкручиваем его. Вначале нужно надавить по часовой стрелке. Давили, вкручиваем. Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, вам нужно открыть лючок топливного бака. Чтобы его открыть, вам нужно потянуть за рычажок, который располагается в ногах водителя. Итак, дальше открываем лючок, откручиваем крышку и устанавливаем ее в специально отведенное место. Объем топливного бака 46 литров. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 92-го октанового числа, если мы говорим об атмосферном двигателе, и от 95-го октанового числа, если мы говорим о турбированном двигателе. Производитель говорит, что можно 92-й, но с учетом того, что у нас там такое достаточно высокое евро, то лучше, конечно, заправлять только 95+. Чтобы заменить щетки, их необходимо перевести в сервисный режим. Вот как такового сервисного режима я здесь не нашел. По этой причине придется пользоваться, так скажем, по старинке. То есть мы включаем зажигание, пускаем щетки в движение и выключаем зажигание. Все, щетки зафиксировались. Теперь наша задача их заменить и после
с помощью опять такой хитрости вернуть их назад.